Приветствую во все виды пасхалок. Но я в первую прыгнул сразу, смотри. Ага. Привет, Витёк здесь, и это колесики. Очередной выпуск 300 лохматый. Дидок, цветок, чатик и, конечно же, особый гость здесь. А кто у нас особый гость? Ну, вы ее уже слышали. Ну, наверное, догадываетесь, кто это. Алиса. Знакомьтесь. Алиса, скажи привет. Ага, и вам доброго. Чего-нибудь. Солнце красит нежным светом стены древнего Кремля. Включить вам утреннюю музыку? Нет, спасибо. Какая-то разговорчивая сегодня. Да, я всегда такая. Вот так вот, ребята, мы с ней общаемся. Ладно, ВП Патронио ВП прислал уровень мини-артс и написал. Мне нравится комментарий. Он маленький и даже убогий. Я правда не могу пропустить этот уровень, я должен его увидеть. Маленький и даже убогий. О. I'm not imposter. Такой вообще на трупах стоит, I'm not imposter. Ну знаешь, твой убогий уровень в разы лучше, чем многие, которые я когда-либо видел. Совершенная фаза эволюции ОЦ. Ее не будет никогда. Возможно. Извер. Упоротый извер. Маяк. Оу, май. Он живой маяк. Ожившим. Я понял. Опа. Потек. Эррор. Это что, Сайори, что ли, висит? Это кто это вообще? Ну, в общем, давай еще своих маленьких и убогих уровней. В кавычках, конечно, убогих. Мне понравилось. Я прям воодушевился. Все бы такие убогие уровни делали, я бы счастлив был. Человек с ником пиу-пиу-пау-пау. В детство впал и говорит, сыграй уровень Get Out of the Rooms. Тебе нужно выбраться из трех комнат. В конце арт ВП. Угу. Если сложно, нажми Help. И что, мне сюда надо воткнуться, что ли? А, нет, мне туда не надо втыкаться. Мне нужно просто... О, мины только лицом не заторгуй. А, вон там я вижу уже арт. Стоять бояться? Нет! Мама! Так, давай хелп сразу. Что-то хелп какой-то странный. Что это за хелп такой? А, это не хелп, это чит. О боже. Вот он арт. Ты только посмотри на это. Давай попробуем воспроизвести. Тяжело, блин. Тоже маленький и убогий уровень. У меня тут все маленькие и убогие будут. Наверное, так выпуск и назову. Маленькие и убогие. Ну, что нет-то? Ну, это в позитивном смысле, конечно же. Ваня Пачи. Ваня Пачи. Есть Апачи, а есть Ваня Пачи. Приключения Батька. Adventure of Батька. Let's go, смотрим. Приключения Батьки. Так, Батька поехал по каким-то буеракам на своем велосипеде. Что было дальше? Дальше он увидел очень злое солнце, ребят. Я понимаю. Действие этого всего происходит в очень солнечный июльский день. Температура плюс 40. Это очень злое солнце. Оно просто жарит, жжет и колет своими, вы меня поняли, лучами. Это были лучи.
Что это такое? Ты выживешь, если ответишь правильно на вопрос. С каких пор солнце начало ответы за вопросы задавать? Давай, давай, солнце, я смогу. А, что what's a woman body? Я не могу это правильно перевести. Что женское тело, еврейский разум используется в хоккее и на шахматной доске? Пусть будет комбинация. Что-то меня хотели, я не понял. Пусть будет комбинация. О, вот так вот, да? Ну, мы не узнаем правильный ответ с вами. Судя по всему. Давай, полетели. Воу! Хорошо идем. Отлично идем. Приездочная. Давай, комбинейшн. Еее! Что? Атака 1, атака 2, атака 3. Что это такое? Можно кликнуть? Нет, нельзя. Что дальше нас ждет? Босс файт. Нажать, чтобы победить. Я, говорит, тебя убью. То есть вот так вот. На. Я его победил. Промазал мимо финиша. Два лимона. И пошалки. Привет, Витек, этот уровень для тебя. Пошалка. В последнее время пишут пассалка. Ну ладно. Съешь лимон. Нажми на него. Так, я съел два лимона. И что дальше? Почему здесь Анна сидит? Почему она охраняет мои деньги? Ничего не понял. А какой смысл уровня? Давай почитаем. Привет, ВП. Поздравляю с 2К лимона. Так, я смотрю тебя с 60К. Для УЦ. О, для УЦ. Загружаю ваш мозг информацию. Ставьте лайки. Кэт Супер говорит, сыграй в уровень Make Your Cat. Сделай своего кота. Погоди, погоди, тут пошалка есть. Во-во-во, что это, червяк? Это мистер Потейто. По-моему, это не Потейто. Извините, конечно. Тут явно Потейтом не пахнет. Это мистер Маяк. Я его узнал, хоть он и шапку надел. Ну, пошли смотреть. Боди. Так, у нас будет котейка круглая или квадратная, ребят. Давай это сломаем. Сломаем, пусть будет квадратная котейка. Сломаем стереотипы котеек. Лицо. ММВ, УУВ. Давай вот такое. Более человеческое лицо. Четвертое было. Ушки. Нет ушек, кружочки, квадратики, конечно же. Декор. Хвостик. Бантик. Ничего. Ну давай хвостик. И что дальше? Беда какая-то с котенком случилась. Что ты сделал с моим котенком, говнюк? Живодер проклятый. Котейка вид сбоку. А почему тогда он смотрел на свой хвостик? А, все виды пасхалки. Это русский уровень написано. Приветствую во все виды пасхалок. Но я в первую прыгнул сразу, смотри. Окей. Оригинал пасхалка. Почему?
Ого. 10 years skill school boy. Пас. Пасалка. Ха, понятно. Оригинал пасхалка. От слова посха. Десятилетний школьник скажет пасалка. Так. Цензурное выражение. Сосалка. Шалун. 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 Медведь Михаил Петрович. Сделать вторую часть? Я нифига не понял, ну давай мочи. Шалун. Хорошая семья. Yes, no. Что ты будешь есть? Патуту. У нас нету картохи. Мам. Что? Папа отказывает мне. Пью-пью. Фэнкс. Псип. Псип. Мама прям идеально вошла в кадр. От создателя Facepalm Quest. Пью-пью. Блин, я рыдаю с твоих уровней. Степан 9... А, 90 тысяч, даже не 9 тысяч. Степан 90 тысяч пишет. Хай, ВП, это мой первый левел. Не сиди строго. Суди, скорее всего, хотел написать, но написал сиди. А за кого сидеть надо? Пасалка. Пососалка даже. О, даже пососа. О, ты посмотри, что там наверху. Ноуп. А ты какой? Пососалку мне не дал. Так. Привет, ВП. Я твой нодничек. А, подписчик, наверное, да? Но это жесть написал. А лучше так не делать. Там Рэй. Рэй? Та самая Рэй? Ну-ка, 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 ну-ка. Там Вин. Не понял, а где Рэй? Нет. Ты был затроллен. Я не понял, что ты сделал, а? Симулякра. Пришел или пришла? Говорит, поиграй в Гарпун Додже, но... О, градиенты. Подписывайтесь на ютубера Витек Плей. О, для него я сделал этот уровень. Гарпун Додже с градиентами. Нуб. Ну, типа, я пока стою. Изи-пизи. Я люблю такие гарпун-додги. Мне нравится. Оба. Чё-то я закрутился-то куда-то. Оно еще закрутилось, ребят. Фига себе, как я... Почему оно крутится? Почему я неустойчив? Поймал в рот, смотри. И в жопу. Ой, извиняюсь за мой французский. Как так-то? Да ты чё, издеваешься, что ли? Нет, смотри, вот он не крутится же вначале, да? И здесь он еще не крутится, но потом он начинает крутиться. Смотрите, он поехал. Как это происходит? Оп, живой. Оп, живой, два. Тяжело, но живой. Так. Ого. Что-то там гарпуны. Киту. Ту-ту-ту-ту-ту. Соу. Так. Ты хочешь покинуть это место, не так ли? Я не могу дать тебе уйти. Вау. My best friend. Буквы S, правда, S не написано, но my best friend, я не могу дать тебе уйти. Dark is coming. Dark Woods Egret идет.
Ого, Fight for VP написано прям. Ёлки-палки. Первый уровень. С пошалочкой даже. Давай заглянем. Что тут меня ждет? Это УЦ с деньгами. Боже мой, какой жизнерадостный, а. Тут нет пасхалки. Это развод. О, тут даже есть маяк. Не трогай меня. А лайк поставь. Понятно, ребят, не трогайте маяк, оставьте лайки лучше. В общем, кто лайк не поставил, тот маяк трогал. Ну вы поняли. Че это, че это? Там кого-то надо спасти. Где-то есть что-то непонятное, что нужно спасти. Чип и Дейл идет на помощь. Ну, в смысле, в моем лице. Ты будешь взрываться, мужик? Я спасу тебя! Хорош. Разминировал своей жопой. Капитально вошел. Она почеканил мечи, дали? Все равно забрал с собой, нет? Нет, не забрал, слава богу. Ну, почеканил классно. Ей, я добрался до пола. А, тут сколько мин-то оказывается. Так. Тихо, стоять. Там без нас воюют. Так, что тут произошло? Что-то страшное. Ич! Боже мой. Как туда напрыгнуть-то? Вот так вот. Так, просачиваемся. Просачиваемся домкратиком. Что здесь будет? Тут трое. Оптом. Враги оптом пошли. Они сейчас взорвутся, нет? Пошли вон. Ауч. Ау. Фига себе, я прокачался. И как мне туда пролезть теперь? Я столько все оружие соберу, да? Только так. Кусай этот, как его, топор проталкивай. А, там какая-то нога мешает. Хорошо. Красиво лег. Ну ладно, ладно, неплохо. Очень даже неплохо. Фух, давай. Рейтинг this week. Брю-брю-брю. Baby Dodge to turururu. Baby Dodge to turururu. Baby Dodge to turururu. Baby Dodge. Baby Dodge to turururu. Baby Dodge to turururu. Baby Dodge to turururu. Baby Dodge. Бэйби, да что тут тру-тру, бэйби, да что тут тру-тру, бэйби, да что тут тру-тру, бэйби, додж. Оу, бэйби, додж. Нет, не до бэйби доджу. И прыжок, есть, все, погнали. Ой, ой, опасно. О, в пушку. На, стреляй. У-ху. В кровать, смотри. И в кровать. О, классно. Прикольно сделали. Прощай, Флэш. Очередной уровень про прощай, Флэш. Rip Windows XP, смотри. Что такое? Грейвьярд, кладбище. А вот ключ берем. Открываем. Значит, пошли на кладбище. Windows XP. Хороший YouTube до 2013-го жил. MLG до 2017. Спиннеры 2017-2018. iPhone 3GS по 2013. А чё спиннер? Вот у меня еще живой есть. Roblox. Хорошая эра. Не видно сколько. Flash 96-2021. Press F to Flash. Эй, Флэш.
Мне не так уж много, что есть сказать. Я просто хочу поблагодарить тебя за то, что ты был. Что ты делал мои плохие дни лучше. А когда мне было скучно, ты меня развлекал. Я хочу поблагодарить тебя за все, что было. Прощай. Прощай, Флэш. О, Don't Move Rope Swing, на. Ну-ка. Ха, нифига себе. Нифига себе. Слышь, такого не ожидал. Молодец. Пятер очка. А вот это Rope Swing обычный. Горячая зона, иди. Иду в горячую зону. 3, 2, 1. Включайте горячую зону. Он идет. Хопа. И на следующем кольце. Хопа, нет. И уху. Хорошо прыгнул. Минуя третье кольцо, как говорится, сразу в лицо. Можно я лицом вниз? Мне так удобнее. Бам, шакалака. Кепочку прихватите. А, кепочка, не уезжай без меня. Держу кепку. Все, едем вместе с кепкой. Грызу кепку. Каску, что там это, я не помню. Нет, кепочка, что ты делаешь? Ахаха. Бум, руку сломал. Не беспокойся об этом, парень. Don't worry about the guy. О, Marble Race, смотри. Ой, рандомайзер наш любимый. Marble Race Test Rate Fairly for More. Итак, выбери цвет. Давайте, ребят, выбираем цвет. Вы сами видите, что здесь есть. Значит, красный, синий и так далее. В общем, на паузу ставим. Идем в комментарии. Пишем цвет. Отправляем комментарий. Возвращаемся к видео. Смотрим. Запуск будет всего один. Посмотрите, выберите цвет. Здесь всякие разные. Дрон это типа нарисованный. Вот тут пустотелый такой кружочек, да? А есть пончик. Он полукругленький, это с дырочкой посередине. Не знаю, что такое цвет песка, но, блин, хрен его знает. Надо было еще рядом с каждым названием цвета нарисовать, собственно, цвет. Фух. Ну давайте, вы готовы? Я за пончик поеду. Я закрываю глаза. 3, 2, 1, пуск. Так. Красненький пока впереди, но это еще ничего не говорит. Это еще ни о чем не говорит. А, вот так вот, смотри. И что, первый у нас? Оу, Витя Б опять все сломал. Блин, ну как-то... Во! О! Все, зелененький победил, ребят. Что это был за цвет? Кто-нибудь заметил? Просто этих зелененьких здесь 3 штуки. Какой-то темно-зелененький был. Нашел то, что искал. Bottle Flip Fun. Веселый Bottle Flip. Зеленая пошла. Еще зеленая пошла. You suck! Смотри, как я выкрутил ее. Ну там ее собьют наверняка. Она в таком месте встала. Ой, почти грей ты, смотри, выбил. Я же сказал, собьют, а. Было... Вау. Ну должно быть это должен был быть веселый Bottle Flip, а он какой-то непонятно. Ну почти MLG, ну ты чё? Гасев я засунул в дырочку. Так, дабл дроп. Гуд. Вытащил оттуда бутылку, одна... Поставил на нос себе. Слабо? Слабо на нос себе бутылку поставить? Я смог. Mortal Kombat есть такой, смог. Блин, теперь я обратно вообще вернул ее. Да что ты творишь? Что я творю с этими бутылками? Что за фигня? Еще один гуд. Эээ...
оттуда не достается, да? Тихо, держи. Витя король дырочек. Ну да, судя по всему, то, что я все в дырочки засовываю. Да хватит туда складываться, а? Выходите оттуда, идите летайте. Да ты издеваешься? Как она сквозь бутылку прошла? Что это было? Это издевательство такое. Я засунуть бутылку никуда не могу, они все возвращаются ко мне. Почти, во. Вот вы обе вышли отсюда. И пошли, выкинули мне что-нибудь интересное. Они на меня обиделись. Выкинули мне хрен моржовый. Победа. Действительно, я не видел здесь шедевров, конечно. Они все были маленькие и убогие. Это было прикольно. Спасибо за внимание. Витек был здесь, Цветок был здесь. Даже Алиса была здесь. Лайки подгружать, выписать ссылочку на плюс на группу ВКонтакте. А где мне еще быть-то? Да здесь, здесь, конечно. На ссылке ВКонтакте. Всем хорошего настроения. Алиса, пора прощаться. Ставьте лайки, пишите комментарии, жмите ссылку на плейлист в описании. Всем пока!